Прикольно, что-то новенькое. Тут даже есть небольшой водоемчик. Ну как водоемчик, лужа, елки-палки. Блять, мотоцикл падает. Бам! Ахуй. Сука. Всем привет, друзья. Итак, наконец-таки наступила более-менее хорошая погода. И я сегодня еду в небольшой отпуск. Так что вот традиционное вступительное видео перед поездкой. Ночевать сегодня буду в лесу. Да, так что поэтому, кому интересно, как это у меня все происходит, рекомендую посмотреть видос до конца. Ну, а я вот сейчас прогреваю мотоцикл, одеваю рюкзак и вперед! Ну что, друзья, еду я достаточно хорошо, ну, немножко прохладно, но, в принципе, терпимо. Я остановился, одел вот этот пуховую куртку под низ и штаны от дождевика. Вроде стало полегче. Проехал я 200 километров, осталось еще столько же, ну, чуть больше даже. В общем, сейчас я перекушу, съем пару сникерсов, немножко все равно погрею, сейчас солнышко вышло, и буду двигать дальше. Ориентировочно буду на месте где-то 2:30. Ну, сейчас из-за этой паузы чуть-чуть подольше. Ну, где-то в 3, в 3:15, наверное, я приеду. Как раз нормально. Ну что, ребята, кажется, я доехал до этого места. Давайте вот вам сейчас покажу, так приблизительно пока. Я еще пока не понимаю, где тут место для палатки, но сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас осмотрюсь, буду ставить палатку. На этот раз место немножко другое, не как в прошлый раз. В прошлый раз было у воды. В этот раз будет наоборот такой густой лес. Тут реально густой лес. Прикольно, что-то новенькое. Тут даже есть небольшой водоемчик. Ну как водоемчик, лужа, елки-палки. Блять, мотоцикл падает. Бам! Ахуй. Сука. Ляпота. Жесть. Ну вот, вот вам и контент. Ладно, здесь мягко. Ой, ладно, буду ставить. Жесть. Ну сейчас камень там нашел, поставил. Но надо что-то придумать. Ладно, это пока пускай стоит здесь на камне. Сейчас буду искать место для палатки.
ставить палатку и уже потом думать, как его поставить, будет лучше. Ладно. Фу. Ну что, собрал я палаточку. Вот так вот она выглядит. Не, место классное, мне нравится. Здесь очень густой лес. Запахи такие, знаете, деревенские, специфические. А я сейчас переоделся, одел нормальные штаны. Этот пуховичок. Палаточку поставил, все, да. Сейчас надо будет коврик постелить, достать спальный мешок, чтобы он немножко набух. Ну и потихонечку можно будет... Можно будет заварить себе чаёк ромашковый. Ну и кайфовать. Сейчас уже скоро начнет смеркаться. Вообще, я очень рад, что сегодня вырвался. Ребята, рекомендую вам, если у вас есть возможность, если у вас есть природа где-то неподалеку, то ну, пользуйтесь, возьмите палатку и идите в лес. Это так офигенно. Да, блин. Потихоньку начинаю втягиваться в это дело. Я вот знаете, что думаю? Может быть, в перспективе все-таки приобрести себе печечку-щепоточницу. Щепоточница, да, так она называется. Чтобы вот так вот можно было небольшой огонек разжечь для атмосферы. Костры-то здесь жечь нельзя, строго, блин. А вот щепоточницу можно было бы аккуратненько разжечь и кайфануть. Да, она в принципе-то места много не занимает. Если вот так на ПВД ездить, да, то газ можно с собой не брать, а просто щепоточницу. Конечно, на дальняк куда-то потом газ надо обязательно взять, потому что, ну, хрен его знает, какая погода будет, какие дрова будут. А когда ты точно знаешь, куда ты едешь и какая погода приблизительно будет, то это будет вообще, я думаю, бомба. Так что по приезду домой я этой темой озадачусь. Еще знаете, что мне здесь нравится, вот именно в этом месте, на этой поляне? Здесь земля такая, знаете, мягкая-мягкая. Ну, здесь хвойный лес, да, тут вот... Нет, он смешанный. Ну, вот на данном пятачке здесь хвоя. И вот эти с годами опавшие вот эти иголочки, они такой ковер сделали, такой мягкий. Ты идешь, и прям вот мягенько-мягенько. Надо было мне первый раз, когда холодно было, сюда ехать. Все-таки это своего рода как утеплитель. Может, не так холодно было бы. Сейчас надо будет мотоцикл еще как-то так переставить, чтобы он не упал опять. То обидно. Ладно, он на мягкое упал, там ничего не повредилось. Я сейчас как раз еще полный бак залил. И когда поднимал, думаю... когда я ехал, я еще думаю, может, не стоит заливать полный бак? Ну, завтра заправится. Пусть он будет пустой, чтобы легенький, мало ли эндурить придется. Не, думаю, залью. Ну и залил. Буду дальше тут, пока не стемнело, приготавливаться. Лучше потом, если что, запишу какой-нибудь видос. Thank you.
Ну что, ребята, потихоньку уже вечереет. Время 58 минут, то есть без двух минут 6. Через полчаса начнет уже смеркаться, и к часам к 7, наверное, будет уже темно. Так, ну а что я буду делать? Что я буду делать? Я сейчас найду сникерсы, которые я купил. Они у меня, наверное, в рюкзаке. Придется сейчас из рюкзака все вытаскивать. Я туда ненужные вещи сложил. Ну да ладно, найдем. Чай я попил сейчас, шикарненько. Погода классная. 12 градусов показывают мои часики. Ну и сейчас даже вот комфортно, приятно. Птички чирикают. Атмосферненько так. Так, ну давайте подведем итоги сегодняшнего дня. День был с утра довольно-таки насыщенным. В 9 часов мне надо было заехать за паспортами. Я поменял свой внутренний паспорт немецкий и получил новый загранпаспорт. Чё бы был. Сами знаете почему. В 9 часов я это все забрал. И оттуда я уже собирался ехать, в принципе, сюда. Но пришлось вернуться домой и потерять где-то час времени. Потому что я вспомнил, что мне пришла же новая кредитная карта. И к ней пин-код. А пин-код я не знаю. Он оказался у меня дома. То есть я его нигде не записал. Ну, так я платил просто. Бесконтактная оплата. Он прокатывает. Ну, пин-код надо знать от карты. Мало ли придется, ну, снимать какую-то большую сумму или еще что-то в банкомате. Поэтому пришлось вернуться, взять этот пин-код и уже потом выдвигаться. Ну, выехал я, получается, часов в 10. Поначалу было очень холодно. Вот как раз первые километров 200 с Берлина до Гамбурга был холодный ветер. Я утеплился как только мог. Ну, когда утеплился, вроде нормально было. Потом, уже когда к Гамбургу подъезжал, получается, я с Берлина на Гамбург, это с востока на запад. И потом, когда я уже свернул перед Гамбургом на север, вот там уже погода начала налаживаться. Стало как-то солнечно и тепло прям. Я даже эти грипсы, подогрев ручек, не включал. Так ехал, вполне хватало. В общем, да, приехал, заехал сразу в школу к дочери. Первым делом с ней повидался, потом отвел ее в музыкальную школу. Ну и мы там попрощались. А завтра уже, завтра она после школы идет уже сразу ко мне. И будет уже у меня до понедельника жить со мной. Вот, собственно, так прошел мой денек. Ну, я прям вот жду с нетерпением ночи, как мне на этот раз будет спаться в этой палатке под этим одеялом. Я еще взял этот, ну, я его всегда беру, рекомендую, вот этот еще один мешок, спас-мешок, дышащий, да. Я сегодня попробую его, как бы залезть в него вместе со спальником. В прошлый раз я сначала его на себя натянул. У него там внутри как фольга, да, такая. Он рабочий, да. Мне стало намного теплее. А в этот раз я хочу попробовать спальный мешок туда, внутрь. Потому что, я думаю, все равно, если утром какой-то конденсат будет, а я буду, наверное, скатываться вниз и ногами буду все равно как-то там задевать. И он как бы должен меня защитить, по идее, от конденсата. Ну, я от него ожидаю. Ну, жарко, я думаю, точно не будет ночью, все равно. Сейчас одену еще сухую шерстяную термуху, так что мне вообще ничего не страшно. Ну, а я тут перекушу, у меня вот тут пару сникерсов осталось. Хотя, в принципе, даже вот, ребята, есть вообще неохота. Я ел последний раз днем, тоже съел вот на стоянке, останавливался, 3 сникерса съел и все. И до сих пор. Так что даже вот не знаю, есть сейчас или не есть. Посмотрим. Или, может быть, на утро оставлю. На утро у меня там есть пару сублиматиков, бич-пакет, овсянка с орешками я сделал
сублиматики. Кстати, давайте я вам сейчас покажу, что я тут себе приготовил. Ну вот бич-пакет, если будет настроение. Так, два мусорных мешка на всякий случай. Потом это кноровские сублиматы, они в этих таких пластиковых стаканчиках продаются. Кстати, вот я покупал дорогой сублимат, содержимое один в один. То есть дорогой сублимат, он стоит что-то там 6 евро, по-моему, а вот это стоит 1 евро. Но в дорогом сублимате там по весу как два вот этих. Получается, можно не брать дорогой, а покупать вот дешманские, и раза в 3-4 можно сэкономить. Я еще подумал купить такие алюминиевые пакеты, есть тоже с таким, как он, зиппер называется, чтобы закрывать можно было, чтобы в этом алюминиевом пакете сразу эти сублиматы и заваривать. Они не весят нифига, объем тоже не особо занимает. Насыпал туда, с собой взял, ну просто как вариант, думаю. Дальше заготовочку себе такую сделал. Это овсянка и орешки. Тут смесь орешков всякие. Тут кешью, потом грецкие орехи, арахис, изюм есть. В общем, такая смесь, 50 грамм орешков и 50 грамм этой овсянки. То есть мне заходит нормально, на ура. Ну и все, собственно, больше я ничего не брал. Я в цивилизации могу в любое время заехать в какой-нибудь супермаркет, купить все, что захочу, и не проблема. Тем более я как бы планирую здесь одну ночевочку. У нас сейчас тут с 1 числа праздничные дни начинаются, ну Пасха, и все будет закрыто. Получается, только 3 апреля будет все открыто. Че тут у меня ползает? Клещ, что ли? Или это божья коровка. Клещам-то, наверное, рано еще. Похоже на божью коровку было. Ну да ладно. Так, сейчас у нас без 28 вечера. Я покушал сейчас. Что-то мне захотелось бич-пакет сделать. Я сделал с таким аппетитом, его навернул. Блин, на свежем... Не представлял, что на свежем воздухе он так хорошо зайдет. Поэтому на будущее надо будет побольше брать с собой. Чтобы вот так вечерком... Он горяченький, как бы еще такой острый был. Вообще классно. Мне понравилось. Ну, в принципе, сейчас скоро буду потихоньку ложиться спать. Я ложусь-то обычно рано. Часов 8 я уже дома, если обычно в кровати. На улице уже темно. Ловить там нечего. В палатке тепло, сухо, комфортно. Поэтому сейчас буду потихоньку медитировать и спать. В общем, мне все нравится, я балдею. Меня эта тема сейчас очень сильно затягивает, увлекает. В принципе, вот в этой земле федеральной, да, Шлезвиг-Хольштайн, здесь таких вот мест, где можно легально ночевать, их по всей земле много. Я думаю, может быть, если уж совсем туго станет с этими локдаунами всякими, провести себе маршрут именно по этой земле. И каждый там день ночевка на новом месте. Можно будет здесь покататься потом летом. Тоже как вариант, но это уже такой самый крайняк. Потому что дома сидеть я не хочу. Я в любом случае буду куда-нибудь ездить.